Всем привет, ребята! Вы на канале SoberVision. И да, не удивляйтесь, сегодня мы будем делать лофт-стол своими руками. Для этого я приобрел столешницу из лиственницы, цельноламельную, толщиной 40 мм. Размеры ее 100 на 40 см. И в принципе, мне попался уже неплохо обработанный экземпляр. Столешницу нужно только отшлифовать. Для этого я буду использовать шлиф-машинку со шкуркой зернистостью 120, а затем для финишной обработки 180. Я, конечно, выбрал для себя ту сторону, которая будет лицевой, но обрабатывать столешницу все равно буду с двух сторон, в том числе и все торцы. Далее уберу острые углы с помощью фрезы и затем их зашлифую. После этого очищаем всю столешницу от пыли безворсовой тряпочкой. Итак, наша столешница готова. Самое время покрыть ее маслом. Цвет этого масла – темный орех. Как по мне, он лучше всего подходит под лофт в сочетании с черными и темно-серыми тонами. Покрываю столешницу также с двух сторон, используя безворсовую тряпку. Наношу масло в один слой. В два слоя, как по мне, цвет чересчур темный. Оставляем сохнуть на сутки. Теперь время для ножек. Я их приобрел на Озоне по ширине моей столешницы. Внизу присутствуют удобные регулируемые опоры. Устанавливаем их на столешницу и прикручиваем на саморезы. Ножки прикручены, и уже вырисовывается конечный стол. Но это еще не все. Остался заключительный этап – нанесение твердого масла для столешниц на основную поверхность стола. Наношу его по инструкции в два слоя безворсовой тряпкой. Это придаст необходимую жесткость поверхности стола, обеспечит его защиту и оживит цвет дерева. Итак, вот что у меня получилось. Как по мне, получилось очень компактный и красивый лофт-стол. На нем будет стоять ноутбук и будут монтироваться самые лучшие видео канала SoberVision. Если вам понравилось видео, поставьте лайк. Не забывайте подписаться на канал. Если такой контент вам понравился, я и далее буду периодически выпускать видео а-ля «Очумелые ручки». Всем пока!